Привет, дорогие друзья, с вами я, Кран и Стасян. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Сейчас я погромче Стасяна сделаю, потому что многие жаловались. А ну-ка, сейчас, базарь, Стасян, базарь. Алло, алло, это я, это да, я. Это Стасян, просто он базарит с телефона, у него модная мобила. Sony. Можешь рассказать, почему мы так долго не вылаживали новых серий? Потому серии? Что, короче, у Стасяна геморрой был, обострение. Нет, это не то, не тот случай, это просто с провайдером была проблема. Да, то есть когда лаги пропали на сервере, я походу Rockstar поменял. О, какая машина! А, я видел, мне кидали, что можно ее бесплатно, что ли, да, в гараже она была. Возможно, возможно. Хорошая, хорошая. GTR. Хорошая, смотри, краски у тебя синие, да, то есть, ну, стандартные доступны. У тебя закрыто. Что такое? Почему? Его владелец Ефанов не пускает. Подожди, сейчас я выберу там, может что-то селект изменилось. Ты, конечно, приватность. Так, свой. Доступ к ТС, друзья, есть вроде. Так, подожди. Ты мне не друг. Его владелец... Банда. Банда, попробуй, ты в банде же, ну-ка попробуй сесть. Да не хочешь. О, все, сел. Блин, за руль сейчас сядет. А, не угоняй мою машину. Ну, давай. Ну, короче, да не, садись. Да я не хочу, давай ты. Куда поедем? Красивые лосины. Да я не знаю, выбирай. Давай по заданиям стандартным. У тебя есть по мобиле? Надо чтобы посмотреть. Пострелять там можно было. Так, да, что-то есть какое-то. Симон опять что-то говорит. О, только не Симон. Я не знаю, тачки, ты исчез. Сейчас посмотрим. У меня было Джеральд, это по наркоте, слушай, там было бы лучше. Ну ладно, давай. Ну, следующее там будет все равно. Так, а ты куда исчез? Я не исчез, я у тебя в машине сижу. Да, сейчас тебя приглашу. Так, все, подтвердить настройки. Поставим тачку, все равно никто не сядет. Круто, никто не сядет, это Бугатти, поставишь такой в центре города. Хромированный, такой, нельзя. Да, так, вот, все, тебя приглашаю. Сейчас. В общем, когда в первые дни же мы нормально играли, а потом... Как сказать? Фиксированный айпишник. Да, с серыми айпишниками, короче, нельзя было зайти. Да, тип на третьем настройках там сети PlayStation есть. Вот, если у вас, ребята, на 3 написано, то вы будете всегда в одиночестве играть. Да, ну как бы онлайн, но с друзьями ни с кем не можете, вы будете сами по онлайну бегать. То есть все сохраняется, вы там задания сами выполняете. Ну, то есть весело. Да, вот так я и играл 3 дня последних. Хоть левел набил, хоть какой-то толк. Беда, печаль. Ты тоже немножко поиграл сам. Очень одиноко чувствуешь себя. Одиноко. Mm-hmm. О, моя тачка стоит. Но я в твою сяду. Да, в твою сяду, ты лучше. У тебя красивше. Что, опять на... Сейчас, подожди. О, нет, заберите Зайон. Да, я уже выполнял. Давай, погнали. Че, быстрый GPS Zion нужно убрать, вот все. 6,5 километра, можно тут побазарим с тобой. О жизни. Музыку такую душевную, романтическую поставим. Поставь какую-нибудь романтику. Сейчас, а на какой романтикой? Там, я не помню, как она называется. Да, еще проблема то, что я снял маску и я стал лысым. Придется опять наращивать волосы. Просто когда маску одеваешь, у меня же нарощенные волосы, блин. Оно как бы прилипает и отдирается. А ты видел, как я приоделся, нет? Так, красивые у тебя лосины там, кожаные. Кофточку одел, обтягивающие штанишки. Прохладно просто, так теплее. Стыни. Все денежки просто на гараж спустил. Гараж себе купил на 2 места. В этом. Ну не знаю, у меня, конечно, сейчас проблем с деньгами нет. У меня, знаешь, сколько? 66 тысяч. Ууу, как ты накопил. Да говорю, в гонке. Ты вот зайди, хорошую гонку найди. И там по 6600 давали вчера. Я пару раз... Ну я один раз первым приехал, второй раз вторым. Ну вот буквально 15 минут потратил. Вот, а дальше сколько 6 игроков тысяч, было? Потом 4 тысячи. Ну вот, сначала было 6 игроков, да, вот среди шестерых. Приезжаешь первым, тогда много дают. Но даже когда 2, можно вот ступо с тобой сейчас пойти вдвоем ездить. Там первому будут давать по 3300, а второму 1600 баксов. Нормально. И по 2 минуты гонки идут, вот так вот катаемся. Веселуха. Да? Но все равно загрузки долгие бывают, загружается полчаса, что-то все ждут, а потом хост ливает, все ливают, короче, и все. Да, теперь расскажи, как тебя занесло в эту глушь пустыни. Лучше никому не знать, это грусть. Да, давай, я не знаю, это сейчас эта грусть будет повторяться, то что мы будем опять эту тачку пытаться узнать. Но ты теперь можешь управлять, а я могу стрелять, а там мне приходилось управлять и стрелять одновременно, такая жесть.
Так у них... О, Мини Купер. Так это самая печаль, понимаешь, то, что когда тачки пытаешься угнать, они же... Это сам. Не простреливаются у них колеса, ничего не простреливаются. Да? Да, у них не простреливаются колеса, это вообще печаль. Они едут и все. Странно, странно, конечно. Ну, главное, короче, в голову стрелять чуваку и все. Ну да. Ты, понимаешь, когда ты едешь, они же на спортивных тачках, они там херячат 200 километров. Ну там не всегда спортивные были, там я бы. Не, вот здесь спортивные. У нас на сложном всегда спортивные. У меня, по крайней мере, было, я 3 раза проходил постоянно спортивные. Не, Симон Лох, надо, короче, за воду наркодилера проходить. Ну, мне да, я наркодилер недавно. У меня есть на телефоне. Я могу. Ну, следующее тогда задание твое будет. Да. А ты к этому ходил? К этому, блин, программисту, как его зовут-то? Лестер? Или Рон? Да, Лестер. Лестер уходил. Ну, что-то там пока не появлялось, ну не знаю. Мне больше. Ну, там просто заставка была какая-то. И все. Слушай, а что, она стоит там? Значит, там, походу, охраняют ее? Наверное. А, этот у меня Тревор открылся, задание Тревора. О, розовенькая. А, я ее угонял, ее просто, короче, ща. Да-да-да, я тоже. Ну, бери тогда. Давай ты как, короче, ко мне, я буду водить. У меня это навыки вождения. Садись. А, смотри, машина, видишь, грязная она стала, когда мы были в пустыне. Само собой, а ты как хотел. Красиво, надо помыть потом. Это же GTA. А, вон, это той тёлки тачка, короче. Не, ну, розовенькая, женщины угнали. Надо попсу включить тогда. Блин, звездочка одна. Можно спрятаться. Да, они тут и одна звездочка, они тут особо не агрессивны. Просто это времени столько занимает, пока эта звезда спадет. Просто по 5 минут надо. БМВшка М3 красавец. Так вот, видишь, вот эти красные, это типа враги, они начинают стрелять, и у тебя... Ты начнешь по ним стрелять, и звезда появится. То, что они по тебе стреляют, это нормально. Ты по ним не имеешь права. Да. Оставь. Муах, какая песь. Так, все, 800 метров. Чуть какое-то легкое задание. Да, поначалу, да. Надо размяться перед сложными. Легенькие. Такс. Ну, я тут думаю, будет какое-то разнообразие там миссии, когда будем левел повышать. Ну да, там сюжетные-то они идут. Идут. Да потом банду, короче, вообще соберем до конца. Не забывай вступать в нашу банду, друзья. Ссылка в описании к видео. Главное не забывать. Регистрироваться, слышал клад. Да пофиг. Починит, он же армянин, он все сможет. Смотри, идеально. Не идеально. Сколько же дадут? 200 опыта. Пройдено! Красавцы! Ну, 15 штук GP. Это, короче, твой рейтинг игрока. Ну, чем выше, тем ты, это как сказать... Короче, не... Ну, если без мата, то ты не будешь кидать кого, ну, кидать кого-нибудь на задание, убивать там и все продолжи такое. Короче говоря, вот, друзья, видите, вот за эту прекрасную миссию нам... Давай сейчас свободный уходим. Да. А потом переходим по моей миссии. Вот, друзья, видите, за такую миссию нам дали $1000. $1000, а машина стоит Bugatti Veyron 1000000. Да, мне еще нужно гараж. Да, для нее надо гараж еще. А протюнинговать еще 1300 выйдет. Да. И вот так, короче, 1300 таких заданий проходишь, и у тебя будет тачка самая крутая, ты доволен будешь, все рады, толпа ликует. Ты заходил уже на этот, на сайты продажи техники и машин? Ну да. Я хочу себе Bugatti, она самая дорогая, 1000000 стоит. Смотри, можно танк, короче, за 1.5 ляма взять. Блин, это уже когда я буду рассекать на... Два танка, короче, купил и едем, на 2 танках едем. Круто. Так можно задонатить, донат-то не пашет. Нагибаем, да, такое можно сделать. Донат не пашет, зараза, и печаль. Внимание, не допустите потери персонажа. Если у вас есть персонаж, то накрываете пустую ячейку, вернитесь в одиночную игру и снова войдите в GTA Online через меню паузы. Не создавайте нового персонажа в пустой ячейке, понял? Да, я уже знаю, я читал. Че, приглашай меня, давай задание. У меня бывает. Грузится. У тебя загрузилось уже? Да. У меня только сейчас загрузка появилась. Это просто была подсказка. А, не, все. Ух ты, как классно. Опускаюсь на землю. Ща. Я стоял около своего GTR-а.
проехала тачка, сбила меня, я упал, и кровушка от, ну, кровушка от моего персонажа на мою тачку просто... Штаб-квартира TF Industries, отмечена на карте, Т какая-то появилась. Так, ну ладно, сейчас я. У меня уже бронежилет нормальный появился, Джеральд. Чё это за бронежилет? Средний, средний вроде, да. Какой у тебя левел, я не посмотрю. 16? Чутка выше, да. Ну там, в принципе, все то же самое. Так, сейчас я тебя приглашаю. Или присоединись сам. Да пригласи, и что-то тебе сейчас, там... Сейчас я сложность выбираю, так. Так, с мои друзья... Шадруганов приглашу. Так, оно... Пригласила? Так оно, я... Пригласила? Пока нет. А, да, вот сейчас есть. Тан-тан-тан. Красава, ждем Стасяна и... Улетаем на дело. А чё там, до двоих человек? 1-4. Ну, мы справимся. Ты можешь с тобой банда. Пригласить, если чё. Члены моей банды, сейчас кинем. Они там есть кто-то в онлайне? У нас-то уже там да, человек 16 в банде. Угу, да. Да, видел, этот логотип начал отображаться? Да, справа? Да. А на одежду же можно его, на оружие, на тачки. Угу, да, на машину. Супер. Да. Самолет можно купить, потом у нас все. Ох, хера. Смотри, сколько пригласил. Блин. Ну подождем, пацанов. Че, вот видите, друзья, то есть зрители, вы можете с нами играть, с нами попадаться. Потому что у нас самая будет влиятельная банда русских интеллигентов GTA Online. Через годик, да. Ну, мы не торопимся. Главное, знаешь, дорогу осилит идущий. Что он там приглашенный идет? Так сейчас пока прилетит, пока они там, ну, что-то заняты. Да поехали, а ты же сам предложил, а подождать пацанов не можешь. Вот такой ты главарь. Слишком долго, не живешь. Бисик, шире пара, пич-пух. Сегодня клавиатуру новую я заберу, мышку новую, SteelSeries какую-то там. Это, конечно, поможет тебе в игре. Да. Но не в этой. Поможет, но не в этой. Че, пошли на мою тут респануло. Хаммер, что ли? Да. Никто не покупает хаммер, ты знаешь об этом? Только ты. Да, поэтому я его спер. Как это серия в соцпарке. Поэтому я хаммер спер. Потому что он очень редкий был, никто же его не покупает. Очень удивился, когда нашел его. Украдите лед. Он такой страшный вообще. Ну да. Квадрат. Просто такой. Большой, я думал, ну мы тут бандой будем сидеть, там живешь сзади, можно садиться. Тут куча людей вместится, это же. Не твоя тут место. 4 места. Ну 6 всего, нас двое еще, смотри, еще сзади там двое садятся. В общей сложности, аж 6 рыл может влезть. Как это, они что, в багажник садятся? Да, вот туда садятся, видишь, там есть сидушки. Ты видел, что ли? Ну на миссии какой-то было. Ну попробуй, давай попробуй. Не будем таить греха, попробуй. В смысле, как я могу сесть сюда? Ну назад попробуй. Нажми. Вот в багажнике? Да. Не хочет? Нет, только заднюю дверь. Тогда я облажался. А ты в этот съезжай туда вниз, канал этот. Придется автобус. Автобус. Смотри, подожди, там мостик есть. Вот с мостик проехал, потом тачку боком ставь, и мы за тачку тут будем прятаться. Я всегда так делаю. Короче говоря, скоро автобус сопрём и будем на автобусе. Всё, стой. Я вышел прямо под огонь. Да не, они же пока не агрессивны. Теперь сагрились. Теперь, я теперь в голову научился стрелять. Это надо вверх стик как-то, да, задирать? Да чутка. Он всё равно, он чутка приподнял и отпустил. Он всё равно фокусируется на голове, продолжает. Просто, когда я в одиночку проходил эти миссии, там, если в голову не будешь стрелять, ты не выживешь. Да, фиг знает. Они просто падают, начинают по тебе стрелять, потом приходишь, подбегаешь, да. Все. Поэтому надо стрелять, пока опыт не дадут. Все, пацаны. Знал бы ты, как тяжело мне. О, так нам это больше будет давать же опыта за то, что мы вместе. О, лежит, сидел и стрелял на заднице. Писюн. Давай сопрем его тачку. Раз тебе хаммеры. Это Экоделак. О, погнали на этих, на мотик. Смотри, какие мотики. Давай, как байкер. Посмотри, ты посмотри, как байкерские мотики вообще. Блин, сзади.
А, они же подъехали, да, точно. Я забыл. Да сейчас убьем. Предупредить тебя. Отпрячься куда-нибудь. Да я убил одного сейчас, второго в ногу. Можно убивать. Вон, там сзади еще машина, сзади. Да я понимаю, сейчас. Блин, автоприцела нету, конечно, когда ты на супербайке. Да. Мне нравится, как он перезаряжается на мотоке, просто руку такую отводит. Само. У тебя пушки открылись какие-нибудь новые? А я не знаю, у меня денег нет, у меня 3, сколько они стоят? Да, там по 10 штук, по 15. Да, и улучшение. Давай я сяду, подожди, стой. Эй, дай я тебе сзади сяду. Давай. Еще машина, стой. Да пофиг, они бесконечные будут, садись, уезжаем. Нет, они кончаются. Да. Так, одного убил. Сейчас второго возьму. Он за дверью прячется. Чё, патроны, да мне даже патроны жалко покупать. Слишком дорого. Я просто это экономушка. Ох ты, пацан. Ой. Не убивай. Я сажусь. А, то он жив. Сдохни. Просто латиносы на харде. Розовый шлем, у меня розовый шлем. Вот в чем тебе можно завидовать, так это в шлеме. Ну все, видишь, их нету больше. Отлично, все идеально, просто идеальное преступление. Когда я первый раз это сам все делал, такие с подобные миссии на харде, я выбегал, они меня убивали с 3 выстрелов. Я такой, какого хера? Да, надо ждать. ХП, я такой, надо идти еду купить. Че нам там рассказывать? У тебя есть что-то подобное, чтобы в ХП восстановить? Там же пишешь, что есть еда, короче, покупаешь и можно восстанавливать. Да, в кафешке где-то там. Прям как в Сан-Андреасе. Дрын. Так, все, кодом наркота. Че, пошли книги сдаваться. Все. Довольный негр. Всегда хороший негр. Такой, максимум 4 слова говорит. Ты где шляпку забыл и очки? Такой, ладно, спасибо. Накрашенные губки. Это чтобы. Ну, тут сухо, просто сухой климат. Чтобы не потрескались. 15, всегда по 15, ты хороший парень. О, ну тут уже более-менее что-то. Три штуки дали, да. И 1500 опыта. Вот это уже так, уровень 14 сразу. Вот это учитывая, что... Блин, ну телепортируют опять куда-то. Нравится, мне нравится. Вот это понравилось, конечно. О, сейчас можно заново начать, да? Нет, вроде. Или в другую миссию полетим. Да можно он заново? Фиг знает. Что значит обновить? Что выбрать? 6 новых... Чё? А, не, все, обновить. Чё, обновить, это просто дела обновятся. Давай, короче, вот, гонку. Посмотришь, как в гонке много опыта дают. Ну, давай. Пригласи только там еще какой-нибудь пацанчик. Да, они обычно автоматом там пригласятся на гонку. Сейчас посмотрим. Эх. Чтоб тебе не так было обидно проигрывать, так как у меня очень огромный скилл в гонках. Всегда 4-е места беру. Нормально. От точки до точки, мотоциклы. О, мотоциклы. Время полдень, погода, ясно, конечно. Отлично поставят. Не полдень, надо утро, чтобы не сильно ярко было. Переход, все нормально. А, так, члены моей банды пригласили. Да, членов сейчас мало банды, давай других кого-нибудь. Так, нет игроков, пишет. Ну, я всех игроков чуть нажал, ну давай подождем тогда минутку. Рейтинг 88%, хороший рейтинг. Да, их минимум 80 у всех. Да нет, у меня всегда 74, там 75. Каприз. Нехоженные тропы. Все сигареты игроков, что ли, нет? А, нет, все, пригласила. Сейчас, ждем. Карту можно пока посмотреть, ого. А как? На квадрат нажми. Блин. По пляжу поедем. Ага, вижу. Чё-то потики не идут. Ну погнали вдвоем. Там, я тебе говорю, нормально будет давать. А, он уже автоматом. Я заметил, что лучше всегда все стандартное выбирать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ладно,
Ну все, я выбрал. Подтвердить, продолжить, все, ставку на себя сделаю, 500 баксов. Где ставка делается, я забыл. Ну а тебе не скажу, чтоб ты денег не заработал так много. Посмотрите. У меня 7 побед, 10 поражений. Нормально. Что бы это значило? А, не, 8 побед, поражений 6. Нормально. Здорово я написан. Нажимай, так, готов вот. Там и нас кинет. Да, сейчас. Я в бронежилете. Я на тебя поставлю тогда. А, могу бы тебя поставить. Они что, убрали? Раньше можно было ставить на соперника? Да, может, вдвоем нельзя, потому что, ну, типа, вдвоем можно жульничать. Ты на меня поставишь себе бабки. Нехоженные тропы. Я боюсь. Ну, на мотоцикле, конечно, стремновато, особенно когда кто-то может баги выбрать вчера. Я баги выбрал, наши все были на мотоциклах, короче, и... Ай-яй-яй. Я их всех посталкивал. О, нет! Слишком быстро, слишком. Ты не толкайся. Я что могу сделать, блин, меня носит. Блин. Че, мы проехали? Я не знаю, нет, не могу. Я проехал. А я в машину врезался. Носит как говно по трубам. Нет, ты не догонишь меня, нет! О, блин, занесло, зараза. Да. Читер, давай, читер. Трасса? Где трасса? Да чё заносит, мать твою? Я на задних колесах даже поеду, смотри. Нет, читер! Чтоб тебя занесло. Ай, жесть. Надо как-то притормаживать, что-то поворачивай. Глотай мою пыль. Нет. Нет, на тебе. Что не затыкается? Я хотел толкнуть тебя. Да ну еще тут физика глючит иногда, когда лагает. Я умер. Я умер. Ааа, вот она, сладость победы. Ла. Это я лаг, конечно. Да там весело, когда их... врезался. Их весело, когда по 8 рыл, знаешь, даже отстал, но они все равно там впереди едут. Толкают, короче, его всегда обогнают. А я на себя 500 баксов поставил, я красавчик. Блин, я опять проиграл. Да! Ничего, победила, как всегда, дружба. И любовь. К банде своей. Не знаю, конечно, это была честная схватка. Да просто у меня скилл на мотоках маленький, потому что нахуй уши есть. Это из-за того, что ты там ехидничал, там, глотай мою пыль. Рандом тебя наказал. За что? И сразу так 15 очков этих дают. И смотри, знаешь, 3500 денег дали за 2 минуты. Фига себе. Я ж тебе говорю, то есть вдвоем можно кататься и тупо фармить, понимаешь? Нахера там эти задания выполнять, если тут... А, видел? Мне 2 штуки дали, да. Так я ж тебе говорю, да, так ты проиграл и 2000. Угу. То есть вообще четко. Ты прямо брызнул на меня, ты знаешь об этом? Да, да. Нравится ставь, блин, а то видишь, оно на ожидание пока ты не... Ух ты, сама на самолетах есть, да? На туре что ли? Не, да, задание это... написано. О, задание, давай, самолеты и задание. Полный кайф, мне даже название нравится. Сейчас будем кайфовать. Да. Кстати, как мы ждали этого момента, когда у нас GTA у обоих будет пахать. Это проблемы из-за моего провайдера были. Нужно винить его. Ну, сначала вообще-то первую неделю проблемы были у Rockstar. Ну, это да. Ну, теперь хотя у меня тогда заходило, да, мы играли. Сложно, сложно. Приглашай чувачков. Так, ща яшна. О, патронов надо купить побольше, как всегда, все выпалил. Так, теперь всех из данной сессии пригласил, члены моей банды, всех членов пригласил. Так, вроде приглашение всем, кому можно. Чё, все? О, нет, опять Станислав отвалился. Нет! Ну, все равно сейчас... Пока ожидаем. О, нет. Господи, нет!
Что такое? Отвалился, отвалился. Так, ну мы пока ничего не теряем. У нас пока подбор игроков. Да, у Станислава просто он с телефона сидит перед телевизором. И у него иногда связь пропадает. Станислав, бери трубку! Так, команда Охотник, Бегун. Так, я присоединился к команде. Стасян, я к тебе! Стасян, к тебе! Алло. Присоединился к тебе, Стасян. Ой-ой-ой-ой-ой. Ща-ща-ща-ща-ща. Стасян! Я к тебе присоединился, все хорошо. Кроме твоего интернета сраного. Все хорошо, говорю, присоединился. Сейчас будем нагибать. Я к тебе в команду зашел. А, охотники? Да, да. Что-то связь опять скажет. Готовься, готовься. Ты не готова, ну пока. Готов в игре, все. Погнали. Красавчики. Просто, блин, не налюбуюсь. Вот эта банда. Даже шлемы не сняли. Такой просто с другой миссии просто. Так, ну чё. А чё других пацанов нету? Где они? Да есть там один. Мы будем вдвоем против одного. А чё она не кидает? У тебя тоже зависло все? А, бегины, требуется еще один игрок им. Оно не начнет, пока они игрока не найдут. Мать твою. Серьезно? Что происходит? Почему? Почему оно нас кинуло? Блин, надо было, короче, один на один. Друг против дружки. Ну и чё? И ничего не нажимается. Они ждут игрока второй команде. Там, видишь, бегун и требуется один игрок. Это вторая команда, там один чувак. И они ждут второго. Требуется один, да. Это у них вторая команда. Это ожидание убивает. А как, оно найдет кого-то? Ну, должно искать. Маразм крепчал. А мы, короче, будем на истребителях, видишь, описание миссии написано. А, и они будут на скоростных машинах, то есть это бегуны, а мы охотники на истребителях. А, я играл, да, там так сложно, короче, надо на истребителях, они едут на тачках, а мы должны летать и стрелять по ним. Угу. Только я на тачках в прошлый раз был, и мы победили вообще с легкостью. А вот я на истребителе ни разу не летал даже в сингле. Не, я летал один раз. Ну, я видел, когда ты угнал самолет. О, что-то я забирать. Перешел к нему, короче, ты будешь один охотиться на нас. Ну, конечно, это хорошо. Ну, это лучше, чем ожидание. Полный кайф. А мы еще и на спортивных тачках. Ну, там, короче, вообще жесть будет твориться. Я тебе базарю. Уничтожьте врагов. Ну, да. Я тебе не враг, брат! Брат против брата. А только из аэропорта, что ли, и все? Я без понятия. Это же... Как стрелять? Да я ж не знаю, я тоже не... Я только его угнал, помню, за Тревора, но сам... А, все. Стандартно, наверное. Там крестик, вообще-то. А, крестик, ну... О, ракеты у меня есть. Ну да, ты ракетами херячишь, оно тут все взрывается, тебе главное рядом попасть, и мы взорвемся. Спасибо за то, что как бы сплавил себя. Нет. Радио можно в самолете слушать, не кидай. В-16 есть радио. Такое романтичное. Так и есть, так и есть. Медленно самолет летит. Я даже не вижу вас, пацаны. Ладно, даю вам, короче, жизнь одну. Чтобы выжили. Такс. Да у меня уже все в глазах мельтешит, нам там еще 5,5 километров херячит по городу с трафиком. Представляешь? Тебе-то там на самолете летишь себе на истребителе. Подожди, ли он вышел, я один, походу. Да, да, мы один на один, да, он вышел. Нормально. Давай, ты уже стреляешь, я слышу взрывы. Все, пацаны, тебя нет! Как? Как уехать? Иди в жопу! Сколько невинных людей ты зацепишь, Стас, не надо. Блин, я проехал, я не туда свернул, мать твою. Ну давай, сворачивай. Так некуда, я уж провтыкал. Да если я остановлюсь, это будет моя смерть, я знаю. Ты верно знаешь.
Господи, ну? У меня еще джойстик этот вибрирует, я постоянно забываю вибрацию отключить. Потому что это... Как же стик брать, я забыл. Это левый аналог, нажми. Спасибо, да, убралась. Как замедлил. А, нет! А там есть воздушный тормоз. Да, я пытаюсь. Нет, победа, победа, я должен победить. Ааа, занесло, нет. Да ты шо, ты думаешь, я тебя попаду, шо? Ты шо, я первый раз в самолет летаю. Это тебе не Battlefield 3, где высший пилотаж показывают. Да ну блин, тебе тут рядом попасть надо. Конечно, рядом, я тебе сотню ракет впустил, ничего не попало. А, так. Хреновый ты летчик. Там мне еще 2 километра херячить. Блин, где же ты, у меня уже это... С твоими сраными ракетами. Надо, короче, будет потом кому-то присоединиться на дело, чтобы там было по 8 человек. Угу. И тогда будет получше. Ну где ты? Ты будешь стрелять? Где ты там? Я посмотреть... Не хочу стрелять. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо. Живи, пацан. Стопудово так... Ага, конечно! Так вот и доверяй. Что-то я вообще. Я доехал. А ты целился, да, походу там? Да, хотел точно не попасть. Не попал в тебя, что ли? Победа! Не, даже не рядом, ну там что-то гремело. Да. Блин, ты еще максимум, да. Называются. Конечно. 17 уровень! У-ху! А тебе денег много дали? Да, 1000 всего лишь. А мне да, ну, так нечестно. Так нечестно мы друг против друга играли. Давай, короче, выходи. Выходим. И, короче, сейчас присоединимся к кому-то. Давай, кому? Ну, сейчас случайную вообще игру. Оно присоединит, где больше всех людей. Да уж. А ты присоединишься ко мне? Вот это истребитель, конечно, косой. Ракеты просто непонятно куда летят. Надо было пушкой стрелять. Ну, там интересно, знаешь, когда тебя 4 истребителя против 4 тачки. Ты знаешь, как... И там вообще... Вот такое. Ну, наверное, конечно, вдвоем один против одного. А так, прикинь, 4 тачки, да? Мало того, что по четверым легче попасть. И вас четверо. Ты представляешь, что там творится? Угу. Там такой ад все стреляет. Что там? Кому будем присоединяться? А, у меня грузится. Ты уже загрузился? Да. Ну выбирай там случайные там на телефоне слева быстрые игры или случайный любой. А я к тебе присоединюсь сейчас. Так. Хорошо. В случайной игре просто, да? Ну да. Пусть куда-нибудь кинет. Ну вот все, загружается. Блин, а у меня еще с того момента. Какого хрена? А что это обновление-то вышло, ты читал? Без понятия, третье, которое. 1.03. Патч. Никто. Вот у меня только сейчас загрузилось. Блин, чё так плохо? Надо жёстко отдефрагментировать. SSD? Да нет, у меня на PlayStation. Чё за фигня? Орут, да. А они работают, их никак не отключить, типа твоя аж банда. А господи, на каком это языке? Они там обычно французы, я теперь ненавижу французов. Французики. Это просто пипец, сколько они болтают. Блин, максимальное число игроков, какого хера? Да вроде ты пришёл. А нет, опять выбил тебя. Они тут, их много тут. Ладно. Попробуй ты теперь. А нет, я вышел из дела сейчас. Ну я тогда присоединяюсь уже, сейчас я тебе кину, если что. Давай. Только у меня пока раз загрузит. Да они такие кумари, там школьники лет по 9 играют. А я напеля себе, и базарят, короче, и никак не заткнут. У меня пока чего-то грузит. Что-то я с большими деньгами хожу, надо банк положить. С наличечкой, да? Так, с меня кинул, у нас двое. Блин. А я не могу пригласить. А как тогда ты пригласил? Попробуй быстрее. Это все. Это жесть. Че? Что за миссия? Там 4 человека всего лишь, они уже все приглашены. Какие-то мелкие миссии для 4. Ну давай, ты иди присоединяйся. Так, я к тебе присоединюсь. Ты парашюти. Я уже вышел. Давай ты. Да, вот так вот и играть, блин. Хер попадешь вместе.
Так, деньги тоже скину, то у меня 8000. О, нет, он опять отвалился. Ну хорошо, хоть не посреди миссии. Алло? Не, опять отвалил. Эй, тормоз, ты отлично управляешься с делами, Джеральд этот говорит. Да ты офигел. О. Стас с его инетом задолбал. Алло. 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 О, господи. Когда ты купишь беспроводную гарнитуру? Он сидит просто у него в другой комнате. Алло. Твой интернет задолбал. Когда ты беспроводную купишь гарнитуру? Да это я же знаю. Это же с телефона сижу. Чё, завтра, ты на миссию зашел, приглашай. Так я к тебе присоединился. Так у меня нету. Ну давай, я, чем? Ладно, хорошо, я нахожу, ладно. Тут ты тормозишь. Все, я улетел на миссию. Ох, и твой мобильный телефон купил херню. Да нет, это просто скайп тупит. iPhone 5s на мобильнике именно. 5s iPhone купил, золотой херню, короче. Блин, зачем я iPhone купил? Ну зачем? Не покупайте, пацаны, короче, 5-й iPhone. C. Голубенький. Не заказывайте с Америки его вообще, не надо с Америки заказывать айфоны. Так, ну давай, сейчас тогда. Ну и у меня, да, перегнестило, сейчас список появится, я тебе скажу, что у меня. А, два места, быстрее, быстрее, быстрее! Шо, давай, приглашай меня. А как? А, ну ладно, я к тебе сам приглашу. Нельзя, а как ты приглашал? Да все, тихо, сейчас приду к тебе. Быстрее. Так, ран, присоединиться к игре. Быстрее, брат, быстрее! Нас тут много! Крутая миссия, крутая миссия. Два места. Запусти, да какого хера ты запускаешь миссию, хост ебаный, блядь. Да в пизду иди, блядь.